спросила девочка у деда, что такое День Победы. Это утренний парад, едут танки и ракеты, маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом. Пляшут морячки, пляшут в темноте. Что такое День Победы? Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны. Ура! Спасибо! Деду! Деду! За победу!